Всем привет! В этом видео я покажу материалы, которые я отправила по обмену и получила по обмену в декабре и в начале января. Это был обмен в группе на русском сайте. Я сама организовала эту группу, там было 4 участницы, и мы отправили друг другу конверты. Я выбрала для отправки такие вот новогодние конверты со снегирями, я еще на них ставила штампики, когда было гашение, и марку тоже использую со снегирями. Но потом я вроде бы еще по весу доклеила дополнительные марки, когда взвесила уже готовые конверты. Как обычно при таких обменах, я почему-то стараюсь подбирать одинаковое наполнение. Здесь тема обмена была Новый год, поэтому все материалы новогодние. И я здесь добавляю разные наклейки, какие-то бумажки, вырубку, карточки и все такое. Ну и здесь вот видно, что примерно все одинаково я раскладываю, но принты немножко отличаются. Мне, кстати, кажется, что это единственные тематические обмены бумажками, в которых я вообще участвую, именно новогодние, потому что на другие темы очень трудно подобрать много материалов. Ну и у меня нет таких прям любимых тем каких-то, на которые я бы хотела получить целый конверт. Но вот Новый год — это, конечно, исключение из всех правил, и мне очень нравится именно полный конверт всяких новогодних штук. И у меня много достаточно материалов, которыми можно обменяться, ну и получить в ответ что-то новое. Я вот уже все распределила, и теперь заполняю конверты. Они получаются достаточно пухлыми и не пролезают у меня на почте в ящик, поэтому я отдаю такие конверты оператору в руки, ну, вроде как все доходит. Я еще стараюсь распределять здесь более мелкие бумажки не только в середину, но и по краям раскладывать, так, чтобы конверты равномерно заполнялись и были более-менее плоские, хотя и толстые. Можно было взять конверт и большего формата, но мне хотелось использовать именно вот эти новогодние, потому что они подходят под тему обмена, а других больших новогодних у меня не было, и их бы надо было еще как-то специально украшать, а тут уже были готовые. И сейчас еще добавлю немножко блесток в эти конверты, всяких разных, просто для новогоднего настроения, хотя можно их, в принципе, тоже использовать в качестве украшения для чего-то, ну или просто пересыпать еще в какой-нибудь следующий конверт. Ну, в общем-то, конверты почти готовы, потом я еще написала адреса. И сейчас я покажу, что мне пришло в ответ по этому обмену. Перед Новым годом успели прийти 2 из 3, вот такие большие конверты. Вот здесь, например, очень красиво украшен конверт, мне понравилось. Ну и внутри тоже было интересное наполнение. Здесь были разные листочки скраб-бумаги, все они новогодние наклейки. Какие-то материалы я уже видела где-то раньше, или у меня были такие. Но большую часть я видела впервые, и мне это очень понравилось. Всегда приятно что-то новое получить и потом использовать в своих блокнотах. Какие-то из этих штук я уже использовала, кстати. Ну, еще что-то осталось. Останется, наверное, на следующий год уже. И сейчас покажу второй конверт. Он тоже пришел, как и первый, в тот же день. Здесь тоже много всего. И здесь была такая вот открытка, где нужно стирать слой. Мне это очень нравится всегда. Я вот даже сразу стерла. И тут у меня было такое вот пожелание. Ну и дальше смотрим, что еще было в конверте. Здесь какие-то были бумажки формата А5, какие-то поменьше, разные всякие карточки. Были вот даже вырезки журналов. Здесь тоже большую часть материалов я видела впервые, поэтому было особенно приятно. Тут еще был такой вот кармашек со всякими мелкими элементами. Надписи «С Новым годом», там наклейки, блестки. Это все, конечно, тоже мне пригодится. Здесь вот была вырубка. Такая вырубка у меня уже была, но она, в общем-то, расходуется, поэтому будет еще. И такие были еще выпуклые наклейки, блестящие тоже. Их можно будет в чем-то новогоднем использовать. Ну, кстати, не обязательно. И вот такие еще были наклейки, тоже интересные. Таких у меня еще не было. Ну и дальше снова большие форматы, здесь разная бумага, стикеры, новогодние и не только. Еще всякие разные картинки из журналов, здесь какие-то побольше форматом, какие-то поменьше. Там вот такая игрушка, я даже хочу такую попробовать сделать как-нибудь.
Это, видимо, такой журнал про рукоделие, который во всяких рукодельных магазинах, и тут всякие разные идеи есть новогодних украшений. И еще несколько бумажек и даже письмо Деду Морозу. Можно, кстати, его будет отправить, ну или себе оставить. И пара открыток. И переходим к третьему конверту. Он пришел уже в январе. Тоже симпатично украшен. И тоже в нем было интересное наполнение всякими красивыми штуками. Здесь была упаковочная бумага, несколько салфеток. Там их даже можно было еще разделить, их там было много. Несколько открыток еще там было. Бирки. Такая вот открытка форматом побольше. Это снова бумага, снова открытки. Ну, открытки всегда в тему, их можно будет отправлять на следующий Новый год. И еще вот такая красивая упаковочная бумага. Мне очень понравилось, что она двухсторонняя и принт интересный. Дальше несколько листов наклеек. И в конце еще упаковочная бумага, тоже симпатичная. Вот как-то так. Некоторые материалы я успею еще в этом году использовать, но остальные останутся на будущее. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на мой канал. Всем пока!